Я сдаюсь! Я сдаюсь. Ты выбрал смерть, вступив на мою территорию. Я пришел только, чтобы спасти ее. Давай забудем про это, и мы просто уйдем. Твоя подруга только что убила ни в чем не повинных пиглинов под моей защитой. Ха-ха, как иронично. Принцесса, которая разжигает войну, читает мне лекции об убийстве невинных? Заткнись! А вы не устали от всего этого бессмысленного насилия среди нас? Давайте закончим все это. Перемирие между моим кланом и Адским Королевством. Я слушаю. Ланс, бродячий маг края. Даже генералы Незера не знают о нем, не говоря уже о его имени. Почему ты заговорил об этом? Откуда ты это знаешь? Вы так наивны, милая принцесса. Я не могу вам этого рассказать, но вам нужна будет моя помощь в поисках. Я просто убью тебя, да и все. Покончим с этой чепухой, наконец. Убьешь меня и останешься мученицей. Незер Бэйн — это идея, которую невозможно уничтожить. Выслушай меня! Что ты предлагаешь? Ланс вторгнется в Незер, чтобы искупить свою вину. Просто отпусти нас, и я защищу твою корону. Незер Бэйн будет избегать ваших владений. Но я больше не хочу видеть свиней в своей таверне! Что ж, вы примете мои условия? Ладно. Это перемирие выгодно каждому из нас. Ты знаешь, как распоряжаться своими картами, и я сыграю в твою игру. Но имей в виду, я делаю это только ради моего королевства. Это не ради тебя. По рукам, принцесса. Встретимся в таверне Незер Бэйна. И еще, вы не одолжите мне лошадь? Наш путь лежит через болото. Скован темнотой, в плену меж миров застрял. Призраки над головой, те, что под собой искал. Имя твое кричу, боль забирает вниз. Но в тебе нет и чувств, нет, нет, нет. Обжигает губы яд, до конца должен принять. Обжигает губы яд, помоги мне убежать. Обжигает губы яд, до конца должен принять. Thank you.
Что ж, думаю, здесь наши пути расходятся, принцесса. Постой, мне нужно тебе кое-что сказать. Сказать что? У меня уже несколько месяцев видения. Адская звезда предсказала мне появление других демонов, таких как я. Мне явился демон, который как-то связан с ведьмами Ковина. Когда сила в ней возрастет, каждое измерение захочет заполучить ее. Обещай мне, что ты остановишь эту тварь. Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Таких людей не существует. Ты напугана? В ужасе. Я сочувствую тебе, конечно, но наши дела подошли к концу. Я сказала тебе о будущем. Просто будь бдителен. Прощай, Кейн. Всегда говорит загадками. Стоп! Можно лошадь оставить, эй! Там мои вещи! Ауч! И как я попаду домой? Ну, очевидно, пешком. Надо будет купить лошадь в Незербейне.